Подроненный? Это как? Цветочки красивые. Цвет не передает. Здесь какой-то красный. На самом деле он такой малиновый цвет. Не такой, как здесь. Вот такой вот. А, нет, здесь фиолетовый. Здесь бордовый, кажется, а на самом деле фиолетовый. А что, мы здесь были с тобой? Да. Мама когда-то в этом здании кушала. Здесь есть столовая. В ней очень вкусно готовят. И моя бабушка меня водила сюда кушать. Привет! Ой, а что ты здесь нашел? Ступенечки? Нет, нет. Смотри, что еще. Вот это раз вот. Что это за рельсы еще такие? Рельсы, рельсы. Да это же перила. Какие это рельсы? Мама, а зачем эти перилы? Зачем? Ну, нужны, наверное. Смотри, какую я яму нашел. Ой, туда не надо, в яму. Ой, а что это? А что это за птичка? Казмирук. А где он здесь нарисовал? Что его здесь делает? Ёлочки. Кого ты там нашел? Это что такое ты? Что ты здесь нашел? Подвал? Дом? Это не дом, это Балаклийский районный трудовой архив. Это архив, сынок. Понятно тебе? Да, понятно. Мне понравилось.